Жень, дядя Юртас, привет. А твой любимый богатый блогер опять жрет вот здесь. Сегодня нам Зелебоби и Серега задонатили. Спасибо огромное. Живем американский день в Колумбии. В общем, шикуем. Вы смотрите видео. Американцам всем спасибо. Ну, а мы жрать. А еще пиво такое. Жизнь налаживается или накладывается. 90 тысяч подписчиков уже. А после того, как зашел Зелебоби со своим любимым мужчиной Серегой, знаете, сколько у меня стрим набрал просмотров? 700 тысяч человек посмотрели мой стрим. Представьте, что за стрим был. Просто шедевр. После стрима телефон сел. Берем домой пивка, Red Bull и лимонадика. Ну а вы смотрите видео. Дальше. Как живет уже практически 100-тысячник? А, Red Bull. Red Bull мне Катька сегодня подарила в честь 90 тысяч. Лаванда, я популярная штуковина. А что с вас, лайк, хуяйк, тысяча, хуища? Давайте Юрку поздравлять с популярностью. Ему будет очень приятно. Находимся мы в Дон де Лео. Биг-биг Лео, привет. Наш шалман любимый. Все, едем домой. Хорошенечко фумар. И лягу-ка спать. Оказывается, нелегко быть популярным стримером. 700. А, блядь, нам надо за дом платить. Блядь, друзья мои, помогите кто-нибудь, нам надо за дом помочь. А, 29 числа едем с вами день рождения америкосов праздновать. Куда-то там, в Санта-Марту. Санта-Марта, район Гайра. Да, так что подписывайтесь, реально будет интересно. Все. Ну а пока. Катя нам выбрала такси. Нос. Че, один повезешь, блядь? О! Ага. Ты с кем поедешь? А я с кем? Давай, а, давай. Здесь все уже знают, где мы живем, то есть даже говорить не надо. Ну, у нас сегодня выходной, после американских донатов можем себе позволить. Пришли на речку жечь костер. Нашли костр. Ай, блядь, кострище. Также я набрал бревен, пока шли это сюда. Это Юра набрал. Нет, вот покажи. Я набрал. Вот это ты набрал. Ага. Ну вот это вот... Юра набрал, вот это Катя набрала. Да. Ну, Катя хочет костер, Катя дрова и собирает. Угу. В общем, пришли посидеть. Просто, так сказать, силу рыти набрать. А то сегодня поговаривают эти магнитные бури. А я прям себя чувствую, знаете, как-то. Магнитно-бури рожденным. А, взяли с собой еще Отелло на речку. Увели его, на самом деле. Да. Дома, чтобы Доне не было грустно. А, вот, на двух камушках будет сидеть, да? О, это я там все тебе подготовила, как будто ты сделала. А, да? Сказать всем, что костер да. Я развожу, да? Да. Ну что, собаки? Давай. Что? Папирос. Он прирос. Ну да, собачкам хорошо, и нам уже полегче. Вдвоем вон эту компанию. Угу. Веселее вдвоем. Вот так проходят дни, когда ты продолжаешь не работать. Мне надоело. Просто магнитные бури. О! А в связи с тем, что картель «Глубокая глотка» ограбила здесь супермаркет, нам теперь приходится ездить за сыром и за колбасой в соседнюю деревню. Это хорошо, уже практически 100 тысячник, так могу себе это позволить. Но вернее не я, а вы. Так что едем в деревню. Но ему же еще, наверное, кто-то нужен. Сейчас пару кусочков не пойдем. Сейчас вам покажу магазин, который у нас ограбили. Я вам его показывал.
где были вообще продукты основные. Там все было вот здесь. А история такая, ворвалось 8 вооруженных людей с картеля. Ну и сказали, вам больше работать здесь нельзя. Да. Обычный рэкет. Бля, автобус. Приехали в соседнюю деревню, а здесь магазин тоже закрыт. Катя решила рыбки взять какую-нибудь. О, Даша. А, тебе уже день рождения было. Ну, с днем рождения еще раз. Так и вот. Сегодня мы начинаем наши Дашины приключения, или как это назовем? Приключения с Дашей, да. Да, приключения с Дашей. Даша — это сегодняшняя именинница, которая себе... Не, они, короче, смогли и позволили себе нашу поездку в Санта-Марту. Вы свой день рождения подарили нам подарок. Да. Еще на Юре на 90 тысяч. А, у меня уже 90 тысяч зрителей. Стримы по 500 000 смотрят. Вообще, Юрка-то популярный. Поставьте лайк. Сейчас, в общем, дойдем, выпьем, наверное, чашечку кофе, ну или сока, сядем в автобус и поедем 2.5 часа. Главное, чтобы нас довезли, назовем это так. Да, я сегодня на стиле такой. Катька говорит, что выгляди как подобает, но я и выгляжу. Такому красавчику, как ты, не сложно. А? Такому красавчику, как ты, это ей не сложно. Давай, ну, да. 10 секунд любви. А перед тем, как ехать, взяли по пирожочку. Сейчас еще соку дадут. Такой пирожок стоит 100 рублей. Внутри курочка. Ну и сок тоже 100 рублей. А автобус вот такой, я вам показывал, нет? Показывал уже. Это вот обычный муниципальный автобус. Еще так же ходят дорогие автобусы, но туда с собакой не пускают. А сюда Доню пускают. Да, Доня? Ну ехать вот 2 часа. Ровно 2 часа мы Тарст, и мы доехали. Это вот ближайший большой магазин к нашей деревне. А? А что там? В общем, приехали. Сейчас задача поесть за Дашу. Потом что? Потом надо куда-то ехать будет. А, и сегодня заселение у нас, какую-то крутую квартиру. Но это позже. Это в 3 дня здесь заселение. А время 11. Сперва Доне надо попить. Да, очень, после тяжелого очень проезда. Сегодня не обливалась собака. Да, приехали мы в знаменитый город Санта-Марта. О, было бы это наше жилье, да, вообще? Да, вот в этом доме в следующий раз подарки брать. Ну вот, дом, смотри, какой красивый. Надо вот нас будут радовать в следующий раз, кто их. В этом доме снимем. Да, и будем ходить вон рядом. Ой, а. Мази-то везут. В общем, мы все с вами в цивилизации. Сейчас я вас протру. Здесь уже все. Асфальты. Все технологии учитываются. Даже вон эти штуковины есть, видеокамера. Это, блядь, шлагбаум. Ну что сказать, Даша умеет гулять. Да, все, пойдемте позавтракаем. Что ты говоришь? Ну, захожу, прям вижу магазины, которые как магазины выглядят, в которых одежда, они как секонд-хенд выглядят. И у меня аж прям дух захватывает. В общем, технологии и будущее есть в Колумбии. А запах, знаете? О, это фонтан работает. Дорогим этим магазинам. О, Ела. Элла. Элла? Элла, Элла. Элла. Какой хороший комбинезончик. Ну, в общем, поняли, я же не буду вам магазы показывать. Все есть. Даже Левайс. Фига себе. А вот мы в Макдате. Цены, вот, короче, смотрите.
30, это 750 рублей. Да, блядь. Набор вот такой, 45 умножить на 25. Вот будет цена. Сейчас мы поедем что-нибудь вкусненькое. How much this MacDuck? Смотрите, бля, как посмотреть-то? А, заказали вот на 46 100. Сейчас подождем, увидим, что нам принесут. Это, короче, на 1250. Народу пока вообще еще нет никого. Понедельник, утро. Жень. КФС тоже есть. Вам, наверное, еще и КФС самое интересное. Сейчас, ребята. А, ну вот, набор в КФСе. 750 рублей. Два бургера, две картошки, еще там что-то и две колы. Блять, вообще нормуль. 1250 в Колумбии. Двойной чизбургер, картошка, ну и напиток. Ну а мы отведали в Макдаке. Зашла Катька в... Катька зашла в продуктовый магаз. Я постримил. Ну что-то, блядь, то ли свет выключили, то ли антенне, пипец. И в общем все, сняли таксиста. Вот такой дядька у нас сегодня еле живой. А и едем заселяться. Пока мы где-то вот там. Ну, сперва еще выпьем пиво. Нам там вьетнамский рыбак пивком угостил. Вьетнамский рыбак. Даша, а тебя еще раз с днем рождения. Да еще же надпись тебе надо. Едем, едем. Музыку сейчас выключу. Друзья мои, подождите. У нас здесь дом за 150 долларов в день. Катька хочет, чтобы вы это увидели. Что мы здесь едим? Там у нас есть вид на Карибы. Это чисто, потом увидите. А вообще, за Дашу Катя решила шампусика выпить. Она сказала, что она любит Гристов или Апероль. Ну, в общем, это я... за Дашу и Сережу. Да. Пам-пам. Ну, в общем, за день рождения я решила, да. Да. Работать пиво, а я... Что ты меня заебешь-то, ёбаную мать? Да, больше вторых подбородков. Спасибо, Юра. Ты, как всегда, блядь, трепетен очень ко мне и внимателен. Я же потерялась, я вам не рассказывала. Ушла в магазин и потерялась вообще пиздец как. С днем рождения, Даша! У-ху! Новый год! Новый год Дашенькиной жизни. Так, давайте. Как будто в ресторане никогда никто не работал. Вообще видели у нас там вид туда. Я понимаю, как будто... Вообще нормально, да, устроились? Пиво есть. Дзынь-дзынь. Даша, вот вы сейчас с Катей разговариваете, а я вас снимаю на закате. С днем рождения еще раз. А, в общем, вот. Канал Скуп. Или что за канал-то это? В общем, сидим, сейчас сауна у нас там нагреется, джакузи освободится, сидим на закатике. А вообще у нас, видите, вон какой закат сегодня хороший. Закат Санта-Марти. Дарья, это для тебя. В твой день рождения. Здесь у нас бассейн. А, мы сейчас в сауну идем. В джакузи решили сегодня не идти. Надоели, пузырите. Да. Да, пузырите, два пузырика. О, давайте фотку так сделаем на канал. Назовем видео «Два пузырика». Фоточка, пам. Я пузырики дадите и последствия. Угу. Это вообще дебил какой-то. Походу. Или дельфин. В дельфины девочка играет. Ой, так, наверное, нельзя вообще говорить. Но очень красивый закат. А, вот так интересно. Жопа целлюлитная, видите, ладно, так нельзя говорить на ютубе. Боится повернуться. Два пузырика, фоточка. Сам. Да. Не, ну а что здесь делать, если не горбить? Бухать? В этом доме сожрали опять. Решили, наверное, поживем здесь еще полгодика. Что дергаться? Поломина поднадоела. Это все-таки наш дом. Здесь всегда тебе уютно, хорошо. Так. Еще я пиздобол. Тоже это имейте в виду. Да. Я сегодня видел вообще стаю попугаев. Представляете? Просто попугаи и их стая. И Катя.
На, все, встал. Пока. Жин. Юртас, ты не подофигел? В сауне Юра сидит. Погляди. А, поплавали в басите, в хуясите. Да, как мне видео снимать? Там у меня хаман готовится. В общем, сижу, загораю. Телефон, у меня iPhone 15, вроде ему похуй. Но надо его лучше куда-нибудь положить. А то он нагреется. О, Катя идет, сейчас пуха ёбнет. Аки. Давай. Аки. Это аки? Василий, да? Давай, давай, все. Ну, ладно, давай. Да, сейчас. Все, окей. Заебись. Ой, бля! Ой, бля! Пришлось сходить за пивом. Катька хочет пиво туда налить еще. У меня есть мамки какие неплохие. А ничего. Хорошо. Все. Я принес. Давай. Русская челябинская женщина в бане. Налила порцу. О, можно же сузить, чтобы вы видели всех клиентов. Ну как? В общем, да, колумбийские девчонки тоже любят сауну. В общем, челябинская женщина, а я ваш любимый колумбийский карибский блогер, научила их париться. А, вид у нас такой из дома. Из бассейна, там вид. Вот такая еще. А я где-то пиво пил. В общем, по итогу вы видели, Катька учит местных, как париться. Максимальная температура здесь, ну, градусов 70. 120 не дают поставить. Она же из Челябинска, ей надо 150. Так. У нас уже вечереет. Сейчас надо погулять с собакой еще. Ну, может быть, еще куда-то выйдем. Бля, смотрите виды. Здесь просто красота. Где-то под джунглем что-то едет. А здесь уже все закатится. Сейчас еще покраснеет вот до такого, знаете, состояния. Если не забуду, то поснимаю. Люди пивко пьют. В общем, все как везде. Юра, я в раю, честно слово. Катя опять у нас в раю. Я просидела в сауне полчаса. Полчаса просидела в сауне. Испанских друзей. Завела себе испанских мужичков. Каких мужичков? Там две бабы были, один мальчик с ними. Ну и что? Короче. Самое главное, что вот когда мы вам говорим, что мы в Колумбии живем, потому что тут дешево, блядь, мексиканцы говорят, мы сюда приезжаем, потому что у нас в стране очень дорого. Да. Мексика дороже, чем Колумбия. А когда я хлебной водой, пивной водой полила на камни, я сказала, ты вообще походу шаришь за баню. Ну да, да. Здесь никто не понимает баню, а Катька понимает, она же у меня из Челябинска, они там вообще... Я о них как мамочка, курочка заботилась. Поддаю, знаешь, им говоришь, посидишь на полочку пониже. У вас нет шапки. Кто вас научил в баню без шапки ходить? Мы что, ёбнули? Катя учит. Да, Катя учит. В общем, Катя схватила свой телефон и куда-то побежала видео снимать. Я уже хочу к Доне, блядь. Доне надо погулять. А, ну я уже выпендривался, да, где я живу? Живу на Карибах там, вся хуйня. Люди купаются, отдыхают. А Катя там, наверное, всех бани учит. Бля, подождите, даже интересно. А где Катя? А, Катя, вон здесь у нас. Ты больная, блядь. Больная баба из Челябинска. Телефон уже. Что, блядь? Она просто уничтожает все, что я покупаю. Вы поняли? Пиздец. Просто телефон. Покурить. На сколько? О, 60 у Кати сауна. Я бухать не хочу больше. Но побухаю. Так и вот. Катька парится. А я обычно вечерами вон сижу, смотрю там на автомобили. Открываю баночку безалкогольного сидора. О, нихуя.
забродил. В Колумбии часто что бродит. Все-таки это богатая жизнь за великую и великолепную Дашеньку. Прикольно. Угу. Есть у нас еще так кто-нибудь из Америки? Друзья мои, всего $300, и мы еще, блядь, снимаем такое видео. Реально же очень интересно. Угу. Ну ладно, буду отдыхать. Это вам еще ебы, ебало подарок. Ой, извините, я не хотел. Проблемы богачей. Эти электронные замки. Это Доня. А где вот зуб-то? Доня, привет. Мы тебя не бросили. Мама в баньке была, мама в бане была, мама в бане. Мы, в общем, вернулись домой. Мы вернулись. Мы вернулись, мы вернулись. Кухня, хуюхня. Обзор завтра сделаю, сегодня впадлу. Да. А, телевизор мы вообще не включаем. Да, пойдемте с Доней гулять. Если оденусь, пойдем гулять. Да, пойдемте гулять с Доней. Ну, бля, давайте, да не буду я сейчас обзор вам делать, Катька голая опять.